Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Oppo Find X2 Lite. И сейчас я вам покажу, как сбросить настройки камеры. Итак, открываем приложение «Камера». Нажимаем на три точки. И выбираем «Настройки». Опускаемся в самый низ. И нажимаем «Восстановить настройки по умолчанию». Настройки камеры сброшены. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.